когда все приветственные выступления закончены были на торжественном митинге, Амедхан выступил с благодарной речью ко всем. И в конце своей речи Амедхан Султан, великий герой, сказал: «Я советский человек, я советский летчик. Я сделал для своей родины то, что должен был сделать, и поклонился всем». Будут живы наши герои, пока жив его народ, будут жить наши герои, будет жить наш герой, пока жив его народ. Слава, слава великая. Союз был открыт в 1955 года, но в 1955 году его демонтировали и вернули в Алупку. Почему не установили? Потому что распался у нас, не было наш сельсовет, перевели нас, присоединили нас в Батайство. И документы ушли, не было доступа в архивы. Так время продлилось много, не могли найти документы и восстановить ну заново. Ну спасибо всем добрым людям, спасибо Еременко Сергею. Любовь спасибо. Ивановна, можно я вас перебью? А вот когда наступил 55-й год и памятник демонтировали, вот вы что чувствовали? Что говорили другие люди? Плакали.